уважаемые жители города Самара. Вы знаете, наверное, еще рано подводить итоги года, но подводя итоги года в городе Бресте, одним из достижений мы будем считать установление побратимских отношений с замечательным, красивым городом Самара. Городом, потенциал которого огромен. Город, в котором живут замечательные люди. Город, который является частью моей, в том числе, биографии. Поэтому искренне поздравляем вас с праздником города. Желаем, чтобы Самара и дальше также ярко сияла на небосклоне крупных российских городов. И я почему-то не сомневаюсь, что наши побратимские отношения при всем может быть относительном непаритетности по численности населения, вы больше в несколько раз, будут наполнены реальным контентом, реальным содержанием, потому что в основе этого наше уважение к русскому человеку, к Российской Федерации, как нашему союзнику. И, естественно, мы чувствуем ваше отношение к Республике Беларусь и городу Бресту. Будем искренне рады видеть гостей из города Самара в нашем городе в составе официальных делегаций, в составе визита деловых кругов, да просто наших туристов. И каждый раз, если я на трассе или в городе буду видеть машину с индексом 63, я буду испытывать особые чувства даже к этому автомобилю, потому что 63-й регион, город Самара, это на самом деле здорово. С праздником вас, дорогие земляки, с днем города Самара!